shot. Wait, why are those sofas stuck though? Короче, всем привет, пацаны. Сейчас едем на автосвалку, как я обещал. Будем снимать старые машины, новые машины. Но в большинстве своем, конечно же, старые, вросшие уже в землю. Знакомиться с хозяевами, потому что у меня кое-что есть на уме. Но надо сначала познакомиться, потому что так с места в карьер не прыгнешь. Ну, в общем, короче, сегодня будет приключение. На свалочке я уже приоделся нормально в рабочую робу, чтобы не обосрать ничего. Короче, погнали и будем смотреть, что там. Ну что, друзья, мы влетели, ворвались просто в свалку. Она оказалась бесплатной, я боялся, тут еще надо будет платить. Но тут вообще просто... Вон говно. Просто тьма. Мы сейчас идем к кадиллакам, кстати. Вот мы запалили кадиллаки. Сейчас мы пойдем туда посмотреть, что там есть. Ну вообще тут просто... Просто пипец. Очень много тачек. Ну пойдем кадиллаки сначала посмотрим. Пример стоит, тут ласточка такая новенькая, но, видимо, совсем-совсем недавно ее тут пригнали. Вон со спиннером каким-то. Но тут что-то уже непонятная какая-то херня. Видимо, тут что-то умерло, видимо, трансмиссия или движок. Ладно, идем дальше. Ну хотя тут вон сколько еще всяких красавчиков. О, какие тут просто, просто привет. Смотрим, что тут. Я, конечно, в старых... Блядь, он и не открывается еще так легко-то. Да, там не подлезть. Левой рукой сложно открыть. Ну-ка, что в убранстве у нас? Ай, дверь еще что-то заклинившая какая-то. Ну... Нет, она что-то не открывается. А этот? С этим что? На, тут уже рулевой стойки нету, понятно. Ай, блядь. Еще не закрывается собака. Вот такой вот дверочек тут. Ну, мы еще что-нибудь посмотрим. У нас, кстати, козлики сейчас могут пиздюлей насажать. Но вот такие у нас тут ребята старенькие. Но тут что-то нечего уже их. Тут уже повытаскивали из них все-все-все, что там у них было. Да, одни колеса. Уже убранства никакого нету. Уже здесь все уже в труху превратилось. Двигателя, конечно же, нету. Только тела остались. Такие вот тут красивые тела. Ну, я думаю, мы что-нибудь поживее найдем. Что-нибудь, может быть, даже с двигателем. Чтобы потом что-нибудь провернуть. В прямом смысле слова. Такая вот кино. Вот. Такое тут лакшери стоит. Заглянул я под капот. Под капотом там уже ничего. Там есть двигатель, но там он как будто уже встал под углом. Ну-ка, убранство какое у нас здесь. О, да тут кровать. Ну все, тут прямо как это. В фильме «Один дома», где он там в Нью-Йорке пиццу жевал. Да, мощно здесь, красиво, конечно. Ладно, идем дальше. Потом дальше, смотрите, у нас какая здесь класточка. Но у нее уже крыла нету, что-то. Но вообще вот это вот выглядит... Вполне живучим. Вот двигло, хоть оно и открытое все, оно, в принципе, живучим выглядит. И убранство у нас выглядит вот так вот у нас выглядит убранство. Сидухи уже потрескавшиеся. Ну, в принципе, вот это вот вариант восстановительный, мне кажется.
Ну, конечно, непонятно, может, там двигатель-то и мертвый, так что. Ой, блядь. Опа. А дверь-то и не закрывается. Понятно. Сейчас будем ее ломать. Вот, нашли-то такой экземпляр. Там двигателя нет, но смотрите, какой салон. Ну, просто, ну, почти нулевый. Ну, вот сюда прям уже и как бы и сесть можно. Там даже рулевая тяги еще живучая. Ай, курва, блядь, током ударила статическим. Двери здесь нема. Дивана тоже нету. Вот такой вот у нас Oldsmobile. Что-то у него все двери поотлетали. Что у нас? Я даже не знаю, как капот открыть. А, вот он открывается, вижу. Понятно. Крутится он так или нет? Как его здесь дергать? Непонятно, как он здесь открывается. Еще левой рукой точно мне открыть. Ну такая ласточка. I don't know. You need to be like, you need to get a clean title or restored. Yeah, restored. Because if some car has a title here, it's a salvage title. Yeah. Вот такая вот ласточка. Oh, какая. Oh, you got the keys in here. Oh, wow. Hello. Yeah, машинки. Ключики здесь есть. Это хороший знак. Можно ее покрутить будет. Сейчас мы откроем подкапотку и посмотрим, что. Пацаны, короче, нашли такую ласточку. Открыли подкапотку. Тут все в маслице. Просто свеженькое, красивенькое. Только с терминалами какая-то херня. Нету клемм самих. Странная фишка. Все, ремни, генератор на месте. Runs and drives. Что значит, едет и заводится. Все, фильтр на месте, тут импровизация, импровизированная пробка такая. Можно еще щуп найти, масло посмотреть. А вон он щуп, я его вижу. Вон он щуп. Маслица, конечно, здесь не мененная уже, наверное, несколько лет. Может и больше. Но, в принципе, вот этот тварик, вот его можно покрутить, если я добазарюсь с хозяевами. Так что вот запоминаем эту машинку, может, мы к ней вернемся потом, попозже. Такая вот фишечка. They're like, can I take your pictures? Yeah, sure. Yeah, but I'm gonna make a movie out of it. Какой тут динозавр. с дыркой от огнестрельного оружия. Двудверный, кстати, он тут. Ну, смотрите. А, пол все дырявый, понятно. Ну, сидушек, конечно же, нету здесь. Да. Такая вот фигня. Помимо вот старых тачек, тут вот такие ласточки стоят. Вот это 2008 год. Вот это 2002 год. Но в 2008 году нету ключа. Там какие десочки у нас. Ух, какие десочки. 2008 год. Тут нет ключа. Что-то какая-то херня с электроникой. И вообще непонятно. Может, тут все умершее уже. Там, может, двиган перегретый или там что еще. А вот это вот ласточка с ключиком. Вот. 220 тысяч миль. Вот. Тут у нас ключик есть. Тоже выдернутая магнитолой. Детская сидушечка. Так. Но нам такие тачки не интересны, потому что, скорее всего, у них там нет никаких документов.
И, наверное, она какая-нибудь брошенная на обочине была, краденая, так что непонятно. Where? Да, вот мы тут, смотрите, тут изговин что-то нашли здесь какое-то. Изговин. Let me see. Такой вот диванчик тут. Ой, потолок, блять, как в фильмах ужасов уже. Так, ну что? Ключа нет, но здесь провода рвать можно. Тут я разберусь, если что. Truck. И такая вот ласточка. Сейчас мы осмотрим их поверхность. А, здесь у этой ласточки и двигла уже нету. Да, да здесь вообще ничего нет уже. Сейчас у той посмотрим, есть ли там двигатель. Да тут, кстати, вот одни поживее тачки уже выглядят. В самом начале были вообще пипчель какая-то. Сейчас посмотрим, что тут. Короче, вскрыли тему вот эту. Такие вот номера, 67-й год. Последний раз, когда она ездила. Смотрите, что внутри. Ничего лишнего. В принципе, такая вот ласточка может завестись. Ну, вряд ли, конечно, она с первой попытки заведется. Но выглядит она, в принципе. В принципе, живучей. Ремней только нету. Вот. Ну и чё, и? You can close it. Вот, и тут такой вот интерьерчик. В принципе, как варик. Как варик её можно завести, потому что она живая ещё. Ну, не знаю. Вот. Пишет, чтобы тут не продавались детали от неё. Но не знаю. Посмотрим. Пришли мы тут уже в угол участка. Тут уже вообще, тут уже природа берет уже свое. Тут уже туда даже не подлезть, не посмотреть. Там видно, кстати, какой-то кабриолет стоит, я вижу. Но туда лезть уже не хочется. В репейники себе, в ритузы нацеплять. Так что не, пойдем в другое место смотреть. Пацаны, вот ходили, нашли такую тачку, я сразу приметил, опа, а двигла-то нету, потому что это зад, а вот это перед, что перед и зад. И тут я открываю капот, то есть багажник, не знаю, а двигатель, смотрите какой, я первый раз такой вижу, что в лежачем положении, блять, какой-то вообще, что это за нахер. Такая вот интересная, я даже не знаю, что это за машина там. У нее там какие-то отблески есть бренда. Такая же, кстати, здесь ласточка. Но это закрытая уже. Вот, только я не понял, что это. А вот что это? Какая-то инонза какая-то итальянская, что ли? Я не понимаю, что это такое. Ну, это уже... А, та же, такая же тема. Такая же машинка. Какая-то... Что это за... А, это Шевролет уже какой-то. Это я ошибся. Чётко, ладно. Или нет, или да. Или это все слова. Непонятно. Какие-то вот такие странные три машинки здесь. А, даже не три, вот еще одна. Тоже странный двигатель. Что за... Вайер... Кавайер какой-то. Первый раз вообще такое вижу. Честно сказать, первый раз. Кавайер какой-то. Непонятно. Смотрите, какую тут нашли ласточку. У нее на крыше странная надпись Talk to Talker. Что, я думал, это какая-то пожарка или... Или мед автомобиль.
вот непонятно. Ну, тут, конечно же, на двигателе уже ничего не осталось. Ай! Тут вот такой вот у нас интерьер. Ох, как тут красиво, наверное, было при жизни. И здесь у нас гроб, наверное, был. Да? Похоже на гробовозку или это, или я не понимаю. Да, наверное, это гробовозка была, что-то мне кажется. С какими-то махровыми полами. Непонятно. Че, идем дальше. Вон опять эти Corvine какие-то вообще. Вот первый раз такие машины вижу, а их тут. А? Я? Эти, вот это вообще какая-то свеженькая по красочке. Вот это тоже свеженькая по красочке, там внутри ничего нету. Это уже другие ребята. Вот это все те же. Corvine какие-то. Ох, какая тут. Ну а тут море. Если бы было море шиной, я бы стал на вершину. Какая тут ласточка стоит. Ай, блядь, жопу укусила мне трава. Я все пытаюсь найти какие-нибудь живучие еще экземпляры, чтобы с ними что-нибудь потом сделать. Так что мы продолжаем искать. Нашли мы тут одну без головки цилиндров. Ну, или там что-то там не хватает точно. Вот какой здесь двигатель. И там поршни влево-вправо. 6 клапанов. Вот такая вот тема. Вот так вот он работает. Вот. С фильтром даже. Фильтр, мне кажется, просто валяется, да? Да, он просто валяется уже. Вот такие вот автомобили. Такое вот здесь. Стефан стоит. Степа. Так вот. Ступенечки здесь уже все прогнившие. Ох, как тут. Бага, а запах-то какой. Как в детстве. Вот такая вот здесь ласточка. Вот так вот ты едешь. Тю-тю-тю-тю-тю. Вот такая вот фигня. Вот нашли еще один такой экземплярчик. Выглядит вполне себе живым. Не знаю, ну там что-то уже пыли. Пылище. Ё-макарёк. Что-то он здесь давно стоит здесь, видимо. Сейчас посмотрим, что там под капоткой. Ой, здесь потолок тоже уже весь полез. Сейчас будем смотреть, что под капотом. Здесь картина уже по не очень такая веселая. Здесь нет ремней. Что-то опять с терминалами такая же история. Там как-то он в аккумулятор вкручивается, видимо. Но тут нету жизни. Что-то не вижу я здесь жизни. А еще и ключа же нет, наверное, скорее всего, да? Сейчас. Здесь сюда даже садиться не хочется. Да, ключа нет. Ну, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Дошли вот динозавров тут таких. Какие колесики у нас тут. Что с двиглом? Так, двигло уже без головы там, понятно. Что с салоном? Ну такое. Нежилое уже здесь. Дверь нормально открывается. Дверка не открывается уже. Вот, еще один тут экземплярчик такой. Вот такой вот экземплярчик. О, тут что-то нормально. О, так. Уже интересно. Такой вот салончик. Сейчас. А капотик открыт? Мы туда заглянем. Чего там? Собачка, кстати, где-то бегает. Блять, у всех капотов геометрия пизданутая уже. Ну, такое. В принципе, ремни на месте там. Вот такое, в принципе, можно такое оживить. Конечно, надо времени угрохать. Но, в принципе, жива еще ласточка.
Такая интересная ласточка, таксишка бывшая. Colorado Public. Из Лонгмонт это, ёк-макарёк. Вот, возили у нас тут. Пассажиры здесь возились. А, кстати, вот всякие штуки, которые считают денежки. Нету такого оборудования здесь. Нема. Ну вот он, видимо, как-то уебался. Доездился. Ниссанчик такой вот здесь спрятался. Стоит. Птицы какие-то. Что у нас с ниссанчиком? Трупом не пахнет. Не пахнет же. Ну, он вообще уже сизый весь. Сизый весь. С ключом зато. С ключиком. Ну, весь уже чернушный какой-то. Да, наверное, мертвый внутри. Вот такие тут экземплярчики есть. Тут хожу, а тут... Опа, что это у нас тут? Доджик стоит. Ушатанный, видимо, да? Да, все уже. С ключом, кстати, ключ остался. Дверки закрываются, а вот по мордасу получил. Вот такой вот у нас мордас у доджика. Ну и остальные ласточки. Вон кабриолетик у нас с срезанной крышей. Пытаюсь я все найти какую-нибудь здесь с двигателем и в нормальном состоянии, чтобы с ней поиграться. Но что-то не могу никак найти. Все какое-то брошенное, с открытыми капотами. Вот нахера они их открывают? И все там умирает с этого. Но я не сдаюсь, ищу дальше. Такой вот Линкольн здесь стоит. Старенький. Дряхленький. Вот такой вот у него интерьер. Салон. Худ. Худ у нас что-то, по-моему, вообще на петлях даже не сидит. Да, он даже на петле не сидит, а там. А вот там и нету двигателя, понятно? Я в щелочку смотрел. И вот Линкольн у нас какой стоит. И вон какой у нас Линкольн. Ой, сейчас мы все посмотрим. Так, вот это 2000 год. V8. Клыча нет. О, денег. Деньги есть, денег нет. Клыча нету. Вот, кстати, он вполне неплохо. Это, кстати, от пуль дырки, что ли? 2006 год. Ёп. Что-то я даже сиранул эту замку, блядь. Ой, ну здесь... Ну это какая-то гангстерская тачка стопудово. Опа! А здесь что, кровище, что ли, на заднем сиденье? С пулями какими-то. Я не знаю, видно, там что-то на седухи какие-то в дресне. Ну, ключик есть зато. Понятно. Едем дальше. Вот. Точно дырки какие-то странные. В крыло, я не знаю, что так может залететь. Просто хочу вам показать вот эту ласточку. Просто вот такая тачка в нормальном состоянии. Но это просто... Смотрите, какие двери вообще. Салон цвет какой. Вот он, правда, мертвый, но тут мертвый. Ну, можно представить, как это все вживую выглядит. И вот просто представьте, вот такая тачечка. Такие, о, вообще, бля, такой кайф. Панелька такая. Руль такой. Скорости вот так. Туды-сюды. Вон, там я вижу, как она прыгает. Это переключалка скоростей. Потом, самое интересное. Как выглядит двигатель. Что-то она... Дверь уже не закрывается. Как выглядит двигатель. Во, ну, что-то на бикрень тоже съехал уже. Как фильтр выглядит, как двигатель выглядит. Ну, просто космос какой-то. Эх, да, жалко. Ну, ничего. Живых еще таких много. Короче, почему-то все... Олдсмобили, которые нахожу, то есть...
машины, которые я вижу, что они с какими-то соками внутри, это всегда олдсмобили. Нашел вот один, еще один такой. Опять же, вижу там какие-то... Ну, есть какая-то жизнь. Все ремни натянуты. Какие-то патрубки, конечно, отлетели. Но это, видимо, сюда куда-то идет. И вот он, аккумулятор. А аккумулятор, он, смотрите, как он здесь крепится. Он без клемм, он вкручивается. То есть он какой-то... Ёба-аккумулятор, он там плюс и минус, у него вкручивается, то есть не такой, как накидывающаяся клемма. Вот, вот такой он под капотом, а внутрь я не смотрел еще. Вот такой он сам по себе. Такая ласточка. Вот. Потом смотрим внутрь. Внутри все высох, уже на солнце посохло, кассета уже... Ой, пахнет как. Интересно. Ключа нету. Ну, без ключа это уже не песня. Вот так вот он выглядит внутри. 47 тысяч миль у нас пробег. Ну, это просто просто детская скорость, конечно же, не переключить, потому что она не заведена. Вот такой вот у нас стереорадио тут. Ну, жаль, конечно, такие машины пропадают. Зря. Ну, такая вот тема. Смотрите, дом. Вот такие тачки очень дорогие раньше были. Да, мне кажется, и даже сейчас они могут нормально стоить. Дом. Машина-дом. Ух ты, тут как. Какие-то корзинки здесь живет, что ли, кто-то? Ага. В натуре. Хоба. Кровать. Здесь, кстати, тепло. Нормально пахнет. Вот такой вот руль. Такая вот фигня. Вот. Очень неплохая машинка. У нас GMS-ы стоят. General Motors. Сейчас вот в этот заглянем. 95-й год. Ой, ну тут какое-то говно. Да, какое-то говно. Пахнет, кстати, нормально. Здесь даже нету ручки. Тут нету окна. Кстати, цвет какой-то такой прикольный. Какие-то наклеечки. Ну, как-то так, как-то так. Но я вообще вот этот приметил. Вот этого пацана. Какой вообще монстр. Просто монстр. Здорово. Шевроле. У нас такой вот. Ух. Какой дядя. Ну, тут уже нет ничего понятно. Ищем дальше. Тут у нас опять старая гвардия. Ну вот мне очень обидно то, что они все уже, конечно, за годы все порезаны. Ну это вообще уже там ушатанное было при жизни. Все порезаны. Все уже без двигателей стоят. Конечно, тут хорошие вещи долго не задерживаются. А, такой вот двиганчик тут. Двиганчик-то вот он. Ну все, крышечку сняли. Все. Да, клапана выставили. Вот тут уже. Кстати, это уже другой конец свалки всего этого места. Уже тут можно на енотов диких каких-нибудь нарваться. Вот такая вот история. Так. Сходил я тут, ходил. Опа. Какой у нас тут экземпляр сидит. Так, что-то я вижу, уже радиатора нету. Сейчас посмотрим, что там внутри. Дверь, конечно же, так не открыть. Где тут открывалка? Открывалка внутри есть. Ага, так. Что там? Коробочку сейчас мы пошевелим.
Так, тут у нас какая? Что-то нейтралка не ловится. А, вот. Вот она, нейтралочка. Значит, нейтралочка у нас. Это у нас. Первая. Это у нас вторая. Все, работает. Сейчас будем открывать. Да, открыли капотик, а там... Там 100 грамм. Нету, нету ничего уже там. Нету. Ну, есть, конечно. Это... Во, какой тут есть дядя. Прикрыли ему двигло. Правильно сделали, потому что бросают двигатели. Во-во-о. Вот, смотрите, смотрите, пацаны. Смотрите, какой здесь движочек, патрубок. Что там? А, трамблера нету. Да, он какой-то там расшатанный. А что внутри? Внутри у нас уже и ручки даже нету. Поддеть дверь. Да, она не открылась. Вот открылась. Вот такой вот он внутри, дядя. Вот тут рядом такой дядя еще стоит. Крыла нету, но открыл я ему дверь. Ну, сидухи нету, конечно. Надо будет придумывать что-то. Сейчас я коробку еще пошурутил. Первая там. Короче, непонятно. С коробкой какая ситуация. Но, в принципе, тут карбюратора нет, но... Что-то я так посмотрел, ну вроде, жизнь тут есть еще какая-то. Ремень лопнул. Вот такой вот дядя. Честно сказать, я не понял, куда полка под аккумулятор. Я, она, видимо, где-то на стене была, ее нету. И что-то клем я тоже не нашел. Немножко загадочка для меня. Вот. Так вот он выглядит с нормальной стороны. Такой вот Chevy пикапчик. Ну, выглядит бодро, на самом деле. Только надо заняться, конечно, таким делом, чтобы восстановить. Дербитачка такая вот, 4.20. Самое время подербить. Капот, что там, а, там. Ну, короче, видимо, ушатали тачку. Мне кажется, да, вот такая вот дерби. Автомобиль такой вот так вот выглядит внутри. Чистенько, кстати, относительно. Недавно, наверное, оно все прикатилось. Вот, у меня вообще цель, я хочу мотики найти и как бы все, ориентироваться домой. Так что такая вот задача последняя наша. Ходил я, короче, ходил. Нашел вот такой вот Pontiac. Вскрыл ему капот. И вот опять не понимаю, знаете, что не могу найти? Клемма опять. Не могу найти клемма. Вот что-то мне кажется, что хозяева вырубают эти клеммы, чтобы, не дай бог, кто-то в ночи, может, завел и уехал. Я вот реально не понимаю, почему очень сложно найти клеммы. Вот, непонятно. Вот такой вот у нас тут интерьерчик. Здесь, кстати, какая-то шерсть звериная. Что-то мне кажется, здесь, может... Ёпта, блядь! Простите за выражение. А не кажется, а вон там череп чей-то лежит. Ёпта, корёк. Кость какая-то тут. Это что за приколы такие? Ну-ка. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. А кто это у нас тут? Сдох. Кто-то сдох, это... Я даже не знаю, чей это череп. Это кошачий или енотовский какой-то. Вон там нижняя челюсть. О, так, простите, что-то я разнервничался, простите. А я там сидел. Кстати, блин, сейчас я блевану. Короче, там был ключ в зажигании. Блин.
Такая вот история. Ух. Блять. Ну, пацаны, мотики я не нашел. Зато джипики вот такие вот мы нашли. Смотрите, как вот. Ласточка просто шепчет. Возьми меня, возьми. Увези меня отсюда. Оп, десочек. Ключик на месте. Хорошо. Говно каким-то здесь воняет. Тапка. И что там? Какие-то мозги на полу. Понятно. Здесь ничего интересного. Сейчас другие посмотрим. Следующая ласточка. 99-й год, а здесь даже уже садиться некуда. Тут уже все разобрано. Кстати, а это что у нас такое? Это что, Кадиллак? Континенталь. Нет, это Пантеак. Ну-ка. Даже садиться все не хочется, все в говнах. Понятно. Ну, в общем, такая кино, короче. Не снимали вам кины. Вот. Я еще в говно залез. Надо будет ботинку отмыть. Потому что бегают собаки и прочая же мразь. И еноты, которые в Пантеаках умирают. Ну, собственно, как-то так. Вот. Я надеюсь, мы, может быть, найдем с чем еще поразвлекаться, потому что у меня затея была найти какую-нибудь старую дряхлую колымагу карбюраторную, врезаться в топливную линию с канистрой бензиновой, перетащить аккумулятор, ну вот, и попробовать покрутить все это дело. Но что-то здесь, когда все двигатели вот в таком состоянии, ну, такое не провернешь, конечно. Вот. Вот там мустанги, кстати, стоят. Здрасте. Вон, наверное, кусок же. Такая вот тут ласточка. О, это, кстати, та же самая ласточка, которая зелененькая была. Да, вот это вот охрененные тачки, он мне нравится. Ну, в общем, как-то так. И пора нам двигать домой, наверное, пацаны. Такая вот кино сегодня получилась. Ну что, друзья, короче, съездили мы сегодня на свалочку, посмотрели машинки старые, новые, покрутили гаечки, посмотрели, что можно завести, что нет, познакомились с хозяевами. Ну вот у нас, короче, такая импровизированный бак, чтобы врубиться в топливную систему. Если что, можно там какие-нибудь тачки завести, посмотреть, вообще можно ли завести. Но это уже следующая кино. Вот, а на сегодня, как бы, день у нас подходит к концу. Вот, так что подписывайтесь. Додуньте в колокол, и еще дохрена таких мест тут есть, мы еще что-нибудь не снимаем. Так что всем пока. Мать! Воды принеси!